Привет, друзья! Вот я вам показываю магазин Теска, я приехала опять. Сегодня у нас 24 марта 2020 года. И посмотрим. Вот я в Теска. И позади меня пустые прилавки, как были, так и есть. Мясо, пожалуйста. Пустые прилавки, видите? Теска, Теска. Курица, индейка, как я вам показывала, как было, так и есть. Пустые прилавки. Сегодня у нас 24 марта 2020 года. Пожалуйста, панику никто не разводит. Борис Джонсон обещал нам после своего первого выступления, когда панику навел, он... Самое интересное, что и YouTube мне заблокировал, вернее, не заблокировал, а закрыл монетизацию на моих каналах, на моих видео, в которых я показывала пустые полки. Я вам в прошлый раз не показала, как у нас дело обстоит с макаронами, с рисом, с крупами. Вот, смотрите, макароны. Вот, как вам показать-то? То здесь были макароны, поверьте мне, их было тут очень много. Пустые прилавки. Здесь были всякие соусы, кетчупы. Вот они, пожалуйста, пустые прилавки. Ну, хлеб, слава богу, пока еще есть. У меня спросили, ходят ли здесь в масках. Вот я вам показала, мальчик. Это работник Теска. И вообще, остальные люди, как вы можете видеть, никто ни разу, никогда за все время я не видела, чтобы был в маске. Маски не носят здесь. Маски не носят, перчатки не носят. Это, по-моему, даже не обсуждалось никогда. Англичане, я не видела, чтобы когда-нибудь одевали маски. Яйца тоже так и не появились. Замороженные тоже не появились. Они пытаются заменить чем-то еще, но основные мороженые, фрукты, овощи, ничего нет. О, смотрите, счастье! Завезли туалетной бумаги. Помните пустой прилавок, да? Но туалетную бумагу завезли, конечно, но посмотрите, она очень дорогая. 9,45 – это очень дорого. Ну... Хотя бы такая, скажете вы, да? Вот, 4,45. Обычно она была 2 фунта, 3 фунта, а теперь вот по 5 и по 9. Ну, ничего, есть вот такая. Здесь опять были банки различные. Консервации, томаты. Ну вот, и нету ничего. В общем, в Теска ничего не изменилось, скажу я вам. Полки наполовину пустые. А... И только я пришла домой, как мне прилетела смс-ка, что в Англии с 24 числа, с 24 марта, введен серьезный карантин. Вот смотрите, они изменили сайт и дают ссылку всем на него. Всем присылают смс-ки, что... коронавирус, и у них изменились правила. Останься дома. Выходить на улицу только из-за еды, здоровья или работы, если это абсолютно невозможно сделать из дома. Оставайтесь на расстоянии 2 метра, 6 футов от других людей. Мойте руки, как только вы вернетесь домой. Любой может распространять вирус. И полное руководство по пребыванию дома и вдали от других. Так что... Приплыли мы в Англии. С 24 числа введены жесткие меры домашнего карантина. Всех призывают оставаться дома, и это очень серьезно. А я сегодня еду из Теска и смотрю, ни одной машины нет нигде. Все пусто вообще. Ну вот так.